Успей подписаться на канал и поставить лайк за 3 секунды, пока злой сиреноголовый не сломал дверь. 1, 2, 3. Наконец-таки-то я достроил свой дом. Это был последний блок, который я поставил. Я здесь живу один. Хотите, я вам немножко покажу дом? Подождите. Ой. Ой, подождите. Ой, что-то в туалет захотелось. Сильно, очень. Ай. Где? Я ж забыл! Я забыл самое главное — построить туалет! Быстрее! Может быть, все-таки. Нет, это раковина, не могу же я в раковину! Ой-ой-ой! Ау! Как! Ай! Как трудно терпеть! Быстрее! Ай! Ау! Да, не могу больше. Свежий воздух мне нужен снова, может быть. Подождите, я не помню, так нужно вспомнить. По-моему, я вроде что-то такое строил. Я не помню, правда? Нет. Ну, все-таки включим свет. Не могу больше терпеть, быстрее, бежим. Мне очень трудно терпеть. По-моему, повыше на этажах повыше что-то было такое подобное что-то строил. Так, быстрее, ребята, я не могу. Ой, зря я это видео начал. Надо было сначала разобраться со всеми своими проблемами. Вроде бы нету нигде туалета, это библиотека. Не могу же я в библиотеку сходить. Нет. Что же делать? Нужно было начать дом с постройки туалета. Здесь только одни ванны и души. Зачем я это построил? Еще 4 комнаты. Ну, думаю, где-то среди них должен быть туалет. Неужели тут одни спальни? Нет! Неужели все так и закончится? Нет, ребята! Нужно, наверное, выключать видео, а то я вообще опозорюсь. По полной программе. Все, это последняя комната. Во, остается мой последний дом. Последний дом остается. Так. Еще осталось у меня 2 дома. Может быть, там туалет, быстрее. Бежим вниз. Ой, быстрее. Аж на слезы в глазах, ой. Ой, у меня уж теряю сознание. Быстрее спешим, ребята. Быстрее. Мне нужен... Так, точно. У меня идея. Если у меня не получится, значит, найти ванную и с туалетом, тогда я пойду на самые решающие меры. Мне нужно будет добраться до туалета голов. Унитаз головов. Да, такой существует. Ой, мне очень плохо, ребята. Все, быстрее бежим в этот дом. Возможно, здесь есть. Унитаз нет. Здесь все, одни раковины. Как я так мог? Как я так не догадался построить унитаз? Ё-моё. Ой, мне немножко полегче, немножко отпустило. Опять кражно крутит. Ой, аж на слезы в глазах, аж на мутнеет, я аж на ничего не вижу. Так, у меня есть последний дом, бежим до него. Ребята, если там нет, придется идти в плоский мир. Ведь только в плоском мире есть унитаз головенький. Надеюсь, нужно до него добраться. Так, мы не будем его крафтить, он там прям обитает. Прям там обитает унитазы головы, они прям ходят в плоском мире. Можно будет обратиться к нему и попросить помощь. Помощь, я не знаю, как это будет выглядеть. Типа, унитазик, помоги, дорогуша, подставь свою голову. Или как это? Не знаю, вот дом, на него все надежды. Ребята, если в доме нету унитаза, то все, это крышка. Это все, ребята. Все, бежим быстрее, спешим. Нужно плыть. Все, ребят, плывем до дома. Если там нет, я должен буду вас покинуть и отправиться в плоский мир. Если в этом доме нет унитаза, все, это крышка. Я не понимаю, зачем я построил такой здоровый дом, если там нету туалета.
Хотя можно в кусты, конечно, но я же не буду как зверь, как животное себя вести, в кусты бежать. Ну, конечно, мог бы, но ладно, листиками можно было все устроить, но... Давай же, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Одни раковины, где унитазик, миленький, ну где же ты, пожалуйста, все, я уж не могу, все, ребята. Вон он, я спасен, унитазик, унитазоголовый ко мне идет, ребята, я призвал унитазоголового, это не шутки, смотрите, я спасен, наконец-таки-то, миленький мой, родной, ты меня нашел, видите, ребят, я в плоском мире, это означает, что здесь бродят вот такие вот странные сиреноголовенькие, я спасен, в следующий раз построю свой дом. Ой, мне кажется, что он не очень-то дружелюбен ко мне. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, я ошибся. Как я запрыгнул-то к нему туда? Я не знаю, как я к нему запрыгну, ребята. Я не знаю, что теперь будет. Ну, вы увидели унитазоголового, да? Но я, короче, в следующем кадре я не могу вам показывать, что дальше произошло. С вами был Нубастер, подписывайтесь на канал и ставьте лайкосики, а мне походу крышка. Все, мне нужно убегать.